В конце 19 века их насчитывалось около 30 тысяч, а в начале 20 века поток увеличился, особенно после того, как Корея оккупировала Япония. К 17 году на территории нынешнего Приморья насчитывалось около 100 тысяч корейцев, и большая часть проживала в Южном Приморье, в основном в Хасанском районе и Владивостоке. В Владивостоке корейцы поселились компактно, как и китайцы на своей миллионке, и образовали корейскую слободку. Но надо различать, что корейская слободка была старая и новая. Изначально оселившиеся в городе корейцы выбрали для своего поселка район, примыкающий к китайской миллионке. И в 1880-х годах здесь появилась улица, получившая название Корейская. Ныне это улица Пограничная. Она была гораздо длиннее, чем сейчас, и разделена на две части, южную и северную. Южная начиналась с южной стороны сопки Тигровой, а в 17 году ее переименовали в улицу Бестужева. Корейская же в районе Миллионки была переименована в 1941 году в улицу Пограничников, затем постепенно ее стали называть Пограничной. Почему этот район? Дело в том, что в отличие от китайцев, берущихся за любую район, корейцы занимались определенными видами деятельности, и главным из них была рыбная ловля и добыча морепродуктов. В Семеновский ковш они приводили свои шаланды, разгружали здесь, торговали рыбой и другими продуктами моря. Но долго это продолжаться не могло. Близость рынка и жилья, все это порождало страшную скученность и антисанитарию в центре города. После эпидемии холеры начала 90-х годов, 1890-х годов, власти решили перенести Миллионку и Корейскую слободку в район Куперовой Пади, нынешний район Дальпреса. С китайцами этот номер не прошел. Китайцы постепенно все вернулись обратно на уже обжитую Миллионку, а корейцы, как более законопослушные, стали обживать новый район. И вот с 1893 года всех вновь прибывших в Владивосток корейцев стали селить уже в районе новой корейской слободы, занявшей район, который мы сейчас называем Первая речка. А вы не знаете, куда делся памятник Ан Джун Кыну, который около мединститута стоял? Еще раз, какой памятник? Ан Джун Кыну. Вот есть который в Хасанском районе, да. А это другой памятник. Вот его в свое время Сергей Пак поставил, потому что он там работал, ну, в мединституте, как бы там, ну, выделилось место. Угу. Потом там затеяли какой-то ремонт, ну, вот на лагерной сопке там что у них такое происходило, вот, ну, не так давно. Памятник, про который вы спрашиваете, он где стоит? А вот сейчас вот нигде не стоит. Он в Владивостоке стоял или нет? Да, в Владивостоке. Ну. Вот есть Ан Джун Кыну, который на Хасане, ну, около молочной фермы. Угу. Но это не тот. А в Владивостоке где стоял? Стоял около мединститута. Еще вот, кстати, корейцы... Какого института? Мединститута. А там даже два корпуса. Дело в том, что... Ну, я не знаю про этот памятник, но вообще в Владивостоке... Нет, дело в том, что сами корейцы, они еще... Ну, те, которые вот к нам сюда приезжают, они еще смеялись, потому что... Ну, вот Гын по-корейски, это и революционер, и врач. Угу. Я думали, что русские поставили памятник... Типа врачу, потому что он Гын. Угу. А на самом деле ему поставили памятник, потому что там просто выделило, ну, место было под памятник. Честно говоря, не знаю, что, о каком памятнике идет речь, я его не видел. Но вообще в Владивостоке масса памятников корейцам. Это понятно, но да. Вот меня почему-то этот заинтересовал, который непонятно куда и шест. Точно так же, как памятник Пушкина, который, ну, первый. Ну, не, памятник Пушкину-то известно где. В смысле, он известно где, но он недоступен для... Да, но мы надеемся, что он еще вернется на свое место. А про памятник Гыну, ну, ничего сказать не могу. Это нужно обращаться к корейцам. Вот, потому что, ну, корейская вообще диаспора об этом... Сами корейцы не знают. Ну, по крайней мере, кого я спрашиваю. Ну, кто-то же знает. Ну, кто-то же знает, ну, как бы я же не могу всех корейцев спрашивать. Ну, да. Что? О ком речь? Кому да, кто такой Гын? Революционер тоже, партизанское движение. А, все. Пак, Хын, Гын какой-то. Вот, есть такой действительно... Трехпалый, вот эта партия, хартия. Один из командиров партизанских корейских отрядов. Я вообще посмотрел, да, есть фотографии его даже времен гражданской войны. Ну вот тот памятник, который на Хасане, извините, что вас перебиваю, там прям даже в этих плитах, у них же очень скромные памятники у корейцев.
ну, как обычно плита какая-нибудь, в лучшем случае, что там текст какой-то набит, без всяких там этих особых украшательств. Но там они превзошли, по-моему, сами себя, по крайней мере, из тех памятников, что я видела на территории Приморского края. Там прям отпечатки, ну, трехпалой руки, вот, ну, как отсутствие пальца. Там, ну, как целое... А еще какой-то памятник вот корейским революционерам стоит напротив часовни вот этого Покровского парка на Косополе. Это другое, революционер. Есть еще памятник Сисан Солю. Возле картинной галереи. Возле картинной галереи, вот, с правой стороны на подъеме. Да, это в прошлом году поставили, это свежий памятник одному из... лидеров тоже антияпонского сопротивления, одного из основателей, можно сказать, современного корейского государства они поставили. Вот. Ну, памятники у них разные на самом деле. У кого на что деньги хватило. Потому что вот этот памятник, про который вы говорите, там его изображение. А почему вот в Туркесте, вот мне как бы так.